Почему да Винчи так и не завершил работу над Мона Лизой? Вы на канале Есин, я расскажу. На этот счет есть несколько теорий. Одну из них выдвинул хирург Давид Лазери совместно с неврологом Карло Росси. Оба они из Италии. Они предположили, что шедевр не был дописан из-за возникших у да Винчи проблем со здоровьем. У художника парализовала правую руку. Но да Винчи же был левшой, как это могло ему помешать? Паралич, вероятно, повлиял на способность держать кисти и палитру в правой руке. У меня тут еще много интересного. Подписывайся.